Заносит солнце надо мной. Он теплом вновь наполняет дом мой. Зажигает звезды в небе перед сном. Я знаю одно, со мной он. Табор Глория 2019. Это был, наверное, таким очень особенным годом, когда мы проводили детскую конференцию именно в цыганском народе. И долгое время именно с этим табором у нас была нарушена связь, и Господь, Он нас в этом году очень ввел в какие-то отношения такие тесные. И с самого первого встречи нашей мы просто сказали о том, что мы хотим провести детскую конференцию для ваших детей, и это будет 3 дня. И взрослые очень сильно откликнулись на этот призыв, и они разрешили нам провести детскую конференцию. И я скажу, что, наверное, одна из таких была легких конференций, когда на одном дыхании мы все делали, была команда очень хорошая, и много было детей, которые, наших верующих детей, которые участвовали в этом и молились, и благословляли цыганский народ, цыганских детей. И много очень было пророчеств в этот народ, было много благословений, было много слез, было много переживаний, радости, и взрослые получали исцеление от Бога прямо на служениях, когда за них молились, и были свидетельства сильные, когда мы видели, что цыганский народ, они тоже люди, и которые сегодня идут и могут пойти очень далеко за Иисусом Христом. И Господь однажды вложил в мое сердце место Писания из Библии. Это послание апостола Петра, когда он говорит о том, что это мой избранный народ, царственное священство, люди, взятые в удел, призванные, которые будут возвещать славу мою. И знаете, я очень сильно в этом утвердился, и сегодня стою на этом слове, и когда каждый раз я еду к цыганскому народу, я провозглашаю это, молясь всегда об этом, и говорю в их жизнь, что они Богом избранный народ, и что они не какие-то отбросы общества, и на них Господь положил большую просто печать свою любви, когда Он лично их всех поцеловал, каждого из них, и Он хочет, чтобы этот народ, он был спасен. И мы очень сильно верим, что через поколение этот народ будет много распространять Евангелие и любви Божией, и благую весть о спасении, что сделал Иисус Христос за всех людей на этой земле. И знаете, в уголках этой страны, в России, уже много цыган, которые есть, служат сегодня народам другим, служат своему народу, служат русским людям. И мы уверены, что даже за пределами нашей страны цыганский народ, он будет спасен. И они пойдут очень далеко и будут распространять Евангелие. И знаете, очень есть сильная надежда и вера в сердце, когда дети и цыгане, они молятся и они учат стихи из Библии, искренне верят, что это что-то повлияет на их жизнь, и они изменятся, что какие-то, может быть, родовые проклятия, какие-то, может быть, люди много что-то говорили их жизнь, каких-то гадостей, они все это разрушают в своей жизни. И мы очень сильно в это верим тоже. И это Бога избранный народ. И мы стоим на этом и верим, что через такие конференции детские Глории будет цыганский народ спасен во имя Иисуса Христа. Аминь.